Большую роль в предупреждении наркомании играют профилактические меры. Сочинская администрация совместно с волонтерами регулярно организует масштабные мероприятия и тематические проекты. Летом во всех районах работают площадки активности, где подросткам рассказывают о вреде этой пагубной привычки. За последние 5 лет в городе наблюдается снижение показателей первичной заболеваемости и распространенности наркомании. Тем не менее, на учете состоят более 5000 человек. И это только по официальным данным. Поэтому наркоситуация на курорте по-прежнему остается напряженной. С начала этого года общий вес изъятых наркотических средств составил около 6 килограммов. Из них 4 – это синтетические наркотики. Большую озабоченность вызывает рост количества отравлений. Идет рост смертельных случаев, фиксируется от наркотиков и фиксируется особенно в Сочи. По этому показателю Сочи обгоняет всех. Даже Краснодар. Работа по пресечению торговли наркотиками в Сочи ведется активно. Устраняют притоны, задерживают наркодилеров. Серия рейдов по аптекам тоже дала свой результат. И как подытожил Александр Петухов, борьба с наркоманией будет продолжаться по всем направлениям. Подключаться нужно всем сочинцам. В городе работает круглосуточный телефон доверия наркологического диспансера. Обратиться можно и к сотрудникам управления по профилактической работе с населением.